переходим к самому главному. Мы летим в Турцию, в город Аланья. Сейчас там самое начало сезона. Мы покажем, какая там погода, какое море, есть ли вообще отдыхающие. Лететь будем авиакомпанией «Скат». Вот Алматы как красиво. Смотри, самолет на посадку идет. Я помню то, что видел, но этот. В общем, сели самолет Санды, это не 6-местный, а 8-местный. Получается, вот так два ряда, здесь 4 места, и там у окна 2 места. Проходов такие мониторы. Наш самолет готовится к вылету. Как я уже говорил, в Турции сейчас только начало сезона, буквально несколько дней. Немножко позже в этом году начался. Еще погода не совсем устаканилась. И я хочу вам показать, всегда мне было интересно посмотреть начало сезона. Я уже был в разгар сезона, в конце июня, осенью, вот бархатный сезон. И теперь покажу май, самое начало. Но тем не менее, как бы сейчас я покажу, самолет как заполнен. Самолет полный. Не знаю, вот как в других странах летят, но с Казахстана полный самолет летит в Турцию. У нас два крайних места, ну, расстояние вот получается вот такое. И вот когда сидишь, вот очень тесно. Это вот у меня комплекция небольшая, вот топ крупный. Это очень здесь будет некомфортно сидеть, потому что все будет упираться. И вот у нас попался иллюминатор там. А у нас время обеда. Принесли обед. Морковный салат, кусочек огурца, сыр, ветчина, черри, это сладкий перец, рулет куриный. И вот в Агирим то же самое. Получается два вида горячих: говядина с спагетти и курица с рисом. А также вот еще десертик. Приятного аппетита! Сделал вот такой бутерброд, твердый сыр, ветчина, рулет. Хорошо, что сыр твердый, а вот не в треугольниках плавлен. Так удобнее кушать. Уже напитки пошли. На высоте раскрываются вкусовые рецепторы, поэтому все кажется, такие простые продукты очень вкусными. Лимонад Буратино, и он у него какой-то кажется особенный вкус. Пирожное обалденное. Какой-то вот нежный крем. И вот пирожное, прям там все, и лимонный вкус, и что-то еще. Чай с лимоном. Туалет, салфетки, зеркало, умывальник, жидкое мыло, санузел. Кто-то вот сюда запихал туалетная бумага, отсюда салфетки берешь, сюда выкидываешь. Жидкое мыло должно здесь. Вот здесь вот какой-то специальный аэробрэш, специально для компании.